Всем привет! Продолжаем рассматривать картины, описания к ним. Квентин Массеис. Гротесковый портрет старухи или безобразной герцогини около 1513 года, дерево масла 64,2 на 45,5. Квентин Массеис — один из крупнейших представителей антверпенской школы живописи. К нему обычно начинает историю нидерландского возрождения. Картина «Гротесковый портрет старухи» всегда привлекала внимание, по-разному интерпретировалась долгое время как сатира на старость. В этом ключе анализировался тот факт, что Леонардо да Винчи, питавший интерес ко всяким аномалиям, сделал с нее два рисунка. В данном ряду уместен гораздо более поздний пример – работа Строци, «Старая кокетка», 1637 год, хранящийся в музее Пушкина в Москве. В пользу такой трактовки говорит цветок в руке герцогини, традиционный символ бренности европейской живописи. Но возможно и другое объяснение появления этого произведения. Как установили медики, на нем изображена женщина, страдающая болезнью Педжета, редким недугом, характеризующимся аномалией строения костей. Если так, то работа не карикатура, а раннее свидетельство заболевания, которое было изучено и описано сэром Джеймсом Педжетом лишь в 1877 году. Картина в данном случае оказывается одновременно и монументом, творением искусства, и документом, историческим свидетельством той или иной области. И если первая цель художника, то второе, как правило, непроизвольное следствие творчества. Восприятие и оценка шедевра в значительной степени зависит от точки зрения зрителя. Вот такое описание картины Квентина Массеиса «Гротесковый портрет старухи» или «Безобразной герцогини» я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания.